Электроснабжение на западе Якутии восстановлено. В пресс-службе Якутскэнерго сообщили, что причиной отключения стало повреждение опоры ЛЭП в 55 километрах от села Сунтар. В половину второго дня по местному времени повреждение удалось устранить, и линия была полностью введена в работу. Во время ограничения электроснабжения работали дизельные электростанции. Добавим, что последняя крупная авария в электросетях западных районов произошла месяц назад, 4 октября. Тогда причиной масштабного отключения света стала хулиганская выходка пьяных охотников, стрелявших в стеклянные изоляторы опор ЛЭП. Сегодня утром в Нюрбинском районе в 9 часов 15 минут утра без света остался весь район. В тот же час была направлена бригада для выявления причины отключения электроэнергии. Оказалось, произошла авария на 104-й линии ВЛ-110 на территории Сунтарского улуса. О причинах произошедшего пока неизвестно. Авария оказалась незначительной и была устранена в течение 4 часов. Во время отсутствия электричества о каких-либо чрезвычайных ситуациях не сообщалось. Сейчас подача электричества возобновлена полностью. Связь восстановлена, все социальные объекты, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.